А мы гуляем, исследуем территорию. Напоминаю, мы отдыхаем в отеле Альбатрос Цитадель в Хургаде. Вот. И наконец-то дошли до далека. Владик наш еще пока без коктейля идет. Остался там на баре. Там вот бар есть, где много людей. Смотри, какая большая статуя. Посейдона. Это папа русалочки. Смотрел мультик «Русалочка»? Вот, папа русалочки. Ой, ну что так. Алянь, вода поднимает туда уже. На, полотенце. Укрывайся, укутайся полотенцем, да. Такой, ты можешь там? Смотрите, как интересно. Такая большая статуя. Сейчас, кстати, 4:30 местного времени. А видно там вообще? Темно? Нет, там нормально. А Владик как цели пошел. Все видно. Смотрите, как красиво. Нам очень нравится здесь отдыхать. Прям вообще классно. Там еще какой-то пирс есть. Смотрите, сейчас я, может, за Посейдоном этим выйду. С этим человеком. Видите, какой бог. Да. А вот там, видите, есть мостик. Ну, люди ходят там. Можно и нам потом сходить. А говорят, что вот тут вот за Посейдоном, вот там вот где-то, если вот зайти в море песчаное, там кораллы есть, да. Ну, как нам сказал гид, это плавание на ваш страх и риск, да. Ну, да. Вот, смотрите, папа наш груженый, дитё укутанное, а второе там где-то. Ой, да, любитель попитаньки. Ну, в общем, отдыхаем. Класс. Люська, на домике. Смотрите, малюшка. Там крабик. Он уже запрятался. Сейчас вот а вот вторую лозу. Сейчас так видишь? Вау, вот тут такая красота красивая. Правда, же сумерки. Да. Там Посейдон остался сзади. Это наша Почему? Король, императрица. Госпожа Ирина. Что такое? Я же смотрю. Ух ты, какой тут Колизей. По телевизору идет это. Королева. Глянь, как так красиво тоже. Надо завтра утром прийти. Кстати, ну даже выйти, может, 6:30, чтобы на завтрак успеть. Мама, стой, чем раньше встанем, мама, тем стой, лучше. Шестой! 5-й корпус. Там мы выше поднимемся. Так пойдемте в пятку. Вон она, где вышка. Вот это наша инфекта, это наш да. номер. Где Слава? За камушком прячется. Ага. Ой, боже, ты меня напугал. А вот эта зеленая лента. Тут, да. Тут красиво для фотосессии. Да, вообще тут классно. Ну, надо днем снимать, Нарера. Да, сейчас уже солнце садится, уже 5 вечера, даже 16, ну да, 5 вечера. А разница с Киевом 1 час. Да, у вас сейчас не 16:50, а 17:50. В принципе, вот. Как и у нас скоро часы, когда переведут. Вот тут красиво, смотри. Да. А на пляже везде красный флаг висит. Это значит, купание запрещено, мол, типа. Уже сколько отдыхаем тут. Ветра. Колизей. Вам советуем. Да. Мы тоже выбирали между джангл, аквапарк и вот этот цитадель. Да. И выбрали все-таки цитадель, тут хоть море омывается, допустим. Тут везде все, как можно сказать, и все более. Очень фотографируемый, красивый отель. И тем более, тут есть бассейн. Тоже тут есть бассейн. Тут тоже много бассейнов. Ну как, тут не сильно много, конечно, в джентльмен аквапарке там более 30, по-моему, да? 32. Но, не знаю, тут и первая линия. И, ну, посмотрите, как красиво. И кто-то говорил, тут нет зелени из блогеров. Вообще практически только, ну, не знаю, вот зелень. Папа, поверни направо. Может, там просто нет такой вот, знаете, а очень красиво тут море. Это же Сахара. Да, это Африка. Это Африка. Хургада. Вот дерево такое интересное. Он тут, знаешь, тут чисто
На каждом уголке можно фотографироваться, красивые фотки покажут, получится для Инстаграма, да, для соцсетей. Для глаз твоих красиво. А Джангл Аквапарк там... Хоть и говорят 32 бассейна или 38. Там... Ну там это хлорка получается, и ты купаешься после всего, оно нигде не обывается. И вторая линия. Нужно и вторая линия, да. До пляжа шаттлом ехать, либо идти 1,5 километра. И там только один такой, как у нас одна лагунка вот эта вот королевская, и все. А тут столько пляжей. Там купайся, там купайся. И шезлонги, да, нужно поискать, но они есть. Вот эта сторона красивая. Давайте вас с этой стороны буду фоткать. Вообще классно. Вы рассказывайте. Ну нравится. Вас только нам нравится. Тут даже если тут будут только рисом одним кормить все время, все равно будет нравиться. А тут еще кормят нормально. Тут знаешь, как хорошо кормят. Да, возможно, вот мы были еще до эпидемии в Нубиане Вилледж, и там, конечно, столы ломились. Но сейчас это, мне кажется, во всех отелях такое питание. Вот сколько блогеров я смотрю про отели. Ну, в общем, вот. Если будет, наверное, супер хорошее такое питание, то и цена путевки тоже будет, наверное, выше. Где у нас Слава? У нас Деликс. Прячется. Татьяна, как красиво. Вот Дина. Нет, тут очень красиво. Мам, наверное, надо... Вот он, 8-й корпус наш. А где Слава? Слайк. Слава! Не знаю, тут игры, это прятание. Я не знаю, где Слава. А я видела, я видела. Он смеется сзади. Смеется? Я вижу его, я его вижу. Вон он спрятался. Ага, вот он спрятался, зайчик. Слав, ну что, пошли в номерок наш. Помоемся и пойдем по вечернему отелю погуляем. Вечером тут вообще такая красота. Да. Слава, чего ты... А мы идем на наш корпус. Вот он, 8-й. Какой там пуст вообще, надо зайти посмотреть. О, наверное, тут куда машина идет. Слава, машина идет. Туристами. Ага, вот прячется как-то. Надо отойти. Развернулись-то. Ага. Вот большая пальма какая. Это спутник. Это, мне кажется, да, это спутник. Ну да, спутниковая тарелка. А там пустыня уже идет. Олень, сверху тоже потом колизию, по крепости лазит, Леонера. И там, что там можно? Надо походить, там полазить. Перестань, это только второй день, папа. Пойдем. Иди прячься, глянь, сколько прятаний. Бегом давай. А мы будем искать. А вот, кстати, наверх можно куда. А это стройка, наверное. Это кто? Мы еще хотели номера построить. Мама уже и будет строить. Чтобы выше будет еще. Только потом тяжело будет. 30-й. А, вот сюда можно было заходить. Это, наверное, смотровая. А. А нет, второй этаж. На второй этаж, да. Тихо-тихо. А вон, видишь, вышечка упала. Да, вот это ориентир наш. Вот ориентир наш. Ну, в общем, будем интересно еще показывать. Сейчас идем на ужин, и гляньте, где она? Вон ящерицу, видите, бегает. Прячется. Ага, прикольно, да? Ящерица, Слай, глянь, ящерица, Слай. Идите, детишки, посмотрите ящерица. На ящерицу. Тихонько. Вот, смотрите. Вот, вот, вот она. Вот, прячется, вот, бегает, бегает. Классно, очень интересно. Так, мы пошли, потому что, в общем, хотела тебе показать, ну ладно. В общем, мы идем на ужин. Смотрите, иду вечером, смотрите, как красиво. Вон там уже впереди столовая идет. Да, уже. Вот. Вон, я и уже там вижу там людей. Подсветка. Вообще класс. А, кстати, мы узнали, что по утрам работают две столовки, и по обеду только одна столовка, а вот... Нет, там есть ранний завтрак и поздний завтрак. На ранний завтрак открывается ресторан на втором этаже, а на поздний там, где ресепшн. А вот сейчас на ужин работает, по-моему, два завтрака.
вот так вот выглядит ночью. Этот отель, цитадель. Так красиво. Такая подсветка, такой вот город прям. Город на море. Шоу по ночам снимаете. En se croit plus avec, avec beaucoup plus d'empain et des coins, coins. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, pliez les joues, redressez-vous. Tournez ça. La danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gai refrain dans tous les coins. Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est le tube de demain. Il suffit de fermer son bec en mettant ses plumes au sec. Liez les genoux, c'est bien, et faites coin coin. Ça y est, vous avez compris, attention, c'est pas fini. Nous allons jusqu'au matin faire des coin coin. Tournez ça. Meint ihr, ihr schafft das noch ein bisschen schneller? So vielleicht? Eins, zwei, drei und vier. Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, 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 ram, sam, sam.